оказываюсь в местах, где когда-то жил, когда я был совсем маленьким, мне кажется, что в жизни с нами происходит какое-то перерождение. То есть места, которые сначала очень напоминали рай, вот, где происходили совершенно удивительные, чудесные вещи каждую секунду, постепенно превращаются вот в этот мир, который мы все хорошо знаем. И вы проделываете эту операцию над собой миром, заколдовываете его, превращаете вот в это место, где, куда мы попадаем и где мы умираем, нас учат другие люди, в общем-то, мы сами этому учимся. И мы постепенно начинаем делать вот эту колдовскую операцию и уже не знаем, как вернуться туда, откуда мы пришли. И вот в одной русской современной поп-песне есть такая красивая строчка: «Обошелся с собою, будто хреновый колдун, превратился в говно, а как обратно, не знаю». Мне кажется, что каждый из нас, когда мы живем до какого-то возраста, оказывается вот таким колдуном. И очень всегда интересно бывает, потому что это ведь универсальная метафора потерянного рая. Вот эта вот попытка возвращения к теме детства, это может быть даже не столько попытка расколдовать себя, сколько хотя бы попытка понять, как же это случилось. Вот, наверное, вот этим объясняется мой интерес к детству.